Доступное жилье для всех. Сбербанк России этим летом запустил ряд ипотечных программ со льготными условиями получения кредита. Так, до конца лета можно оформить жилищный кредит по ставке от 10,5% годовых. Сбербанк традиционно уделяет большое внимание такой категории населения, как молодая семья. И поэтому в этот летний период запустил акцию именно для молодой семьи, в рамках которой возможно приобрести ипотечный кредит под очень льготным условием. Смысл этой акции – это скидка на процентные ставки, она зависит от количества детей и достигает до 2,5 пунктов. Молодая семья также может получить дополнительные преимущества – рассрочку по уплате основного долга при рождении ребенка до достижения трехлетнего возраста, привлечение родителей в качестве созаемщиков, что значительно увеличивает финансовые возможности семьи. Вторая акция направлена на тех, кто покупает жилье на первичном рынке. В текущий момент запущена акция 12-12-12. Смысл ее возможности оформления ипотечного кредита на приобретение жилья у застройщика, то есть на приобретение нового жилья. Смысл ее в том, что можно оформить кредит на 12 лет сроком, по 12% годовых, первоначальный взнос всего 12% от стоимости жилья. Если вы получаете заработную плату на банковскую карту Сбербанка, то для одобрения ипотечного кредита достаточно предъявить лишь паспорт. После вы выбираете свою новую квартиру, предоставляете в банк документы на жилье, заключаете договор и становитесь полноправным владельцем собственных квадратных метров. Подробности можно узнать по телефону 8 800 555 55 50 на сайте Сбербанка или в ближайшем отделении банка.